Чиновники и полицейские за смерть детей на пожаре накажут тех, кто просто закрывал глаза на неблагополучную семью. Котельные работают, а тепла в домах нет. По чьей вине саратовцы спят под тремя одеялами? Нюх лучше, чем у собаки. Саратовские ученые создали электронный нос, способный распознать взрывчатку и не только. Об этом не только расскажем в программе «Новости РЕН-ТВ Саратов» в 19:00.